барабарин, и велел его сварить. А мы отроду не знаем, как проклятый чай варить. А как проклятый чай варить? Взяли чай на скорую руку, и все всыпали в горшок. Для приправы перца, лука и петрушки корешок. Чай поставил, раз, два, три прокипятил. А потом для украшения кружку маслица подлил. А кружку маслица подлил. Чай готовый, сходи кушать, тут я барин сказал. Молодец! Ответил барин и пятерку в руку дал. Пять рублей, ведь это много, с ними можно погулять. И акулька не дотрога, меня будет уважать. И тут барин расходился, на сумборницу позвал. Волоса на шипцепился, тумаковку надавал. У меня фингал огонь. Долго думали, гадали, все могли не угодить. А потом уж догадались, чай забыли посолить.